Друзья, всем приветики! Сегодня я хочу с вами приготовить очень вкусный, классный салатик полезный. Что нам для этого надо? 4 яйца. Яйца я уже отварила. Мясо. У меня это курочка, филе. Сыр. У меня два разных вида. Один австрийский, другой немецкий сыр. Огурец и пекинская капуста. Соль, перец. И майонез. Ну что, начинаем готовить вместе? Сначала мы с вами режем яйца. Так, вот такими вот кусочками средними, небольшими. У меня 4 яйца выходит на этот салатик. Вы можете делать больше, смотря сколько человек у вас в семье. Так, быстренько все режем. Еще 1, 2. Я обожаю этот салат. Он такой вообще легкий, полезный. Так. Последнее яйцо. Такими кусочками мы с вами нарезали яйца. А сейчас мы с вами будем нарезать курочку такими кусочками, небольшими. Я делаю такими кубиками. А теперь берем наш огурец, разрезаем на 2 части и вот режем кубиками тоже. Вот кубиками я режу. Так, вторую часть. Огурец мы порезали с вами. Сейчас берем пекинскую капусту и разрезаем ее на 2 части, ребята. Так, и на 2 части разрезали. Мне для этого салата надо только 1 половинка. Я сейчас нарежу 1 половинку. Потому что если 2 половинки брать, для меня это будет очень много. Мне надо, чтобы это сегодня 1 половинка. Вторую половинку можете использовать тоже для другого салата, ребята. Это мы убираем. Смотрите. Вот сколько салата у нас получилось. Видите? Классный салат. Ребята, а сейчас мы с вами будем натирать сыр. Так, первый сыр. Первый это у меня австрийский, я взяла такой, видите, хорошо, такой мягенький. Хороший сыр, мне очень нравится. Сейчас его натрем, а потом уже немецкий. Так. Вот, смотрите. А потом этот сыр мы с вами добавляем в наш салатик. Друзья, смотрите, вот такой вот салат у нас с вами сейчас получается. Сейчас я его все перемешаю. Добавлю еще соль, перец, майонез. Так, сейчас мы с вами добавляем соль, перец, перемешаем. Друзья, сейчас мы с вами добавим майонез.
майонез добавляем. Потом все перемешаем с вами. Теперь все берем и перемешиваем. Вот, ребята, салатик у нас сегодня с вами получился. На вкус очень вкусный, очень свежий. Всем рекомендую попробовать. Так, такая вкусняшка. Очень классный, быстрый, девчонки, рецепт. Можете готовить по моему рецептику. Вот, с огурчиками, класс. Вот наш сегодня салатик вкуснейший. Девчонки, вот такой вот салатик уже наложила, смотрите, так он выглядит. Такая вот вкусняшка. Всем советую готовить по моему рецепту. Очень вкусно, быстро и легко.